на стакан молока или теплой воды. А также от вирусов хорошо помогает лимон, чеснок, лук, хрен, имбирь. Имбирь можно просто жевать. Настойка горького перца на водке, тоже по глотку. Только начинается эпидемия коронавируса, вдыхать носом и ртом чистый спирт. Ингаляции проводить тоже. Я как лечилась? Я пила таблетки грибко, ампеницилин по 3 таблетки 5 дней. Чай пила с малиной, с бузиной и медом. Листья земляники, они разжижают кровь. А также выпивала на ночь по таблетке ацетиловой кислоты, чтобы разжижалась кровь. Для разжижения, очищения крови при вирусных заболеваниях. Также я брала полчайной ложки лимонной кислоты на теплый стакан воды. И третью часть ложки соды. Делала шипучку и тоже пила. 7 дней пила, 7 дней перерыв. И так целый месяц. А также хорошо очень кушать квашеную капусту. Еще задали вопрос, что при мастопатии. Значит, 100 грамм ячменной муки и 2 столовые ложки крапивы проварить в литре воды и делать компрессы на ночь. Также взять тысячелистник, хвощ полевой, плоды можжевельника, кукурузные рыльца в разных частях. 1 столовую ложку сбора наставить в стакане кипятка. Процедить и пить по 1/3 стакане 3 раза в день. После еды до 3 месяцев порассосываются эти у вас уголки, узельки. А также можно 40 измельченной полыни грамм смешать с 0,5 литра кефира или кислого молока и делать компрессы 2 раза в день на 1 час в течение 10 дней. Хорошо еще принимать ванны, из отвара, в состав которого уходят следующие компоненты. Полынь, чабрец, душица, березовые почки, календула, ромашка, почки тополя. Соблюдать диету, исключив из рациона изделия из белой муки, сладости, манку и майонез. Можно хлеб с отрубами, морскую рыбу, фасоль, орехи, тыкву, свеклу, яблоки, курагу и творог. Всем хорошего здоровья. Пока-пока.